США ввели санкции против нефтетанкеров Венесуэлы. В санкционный список также попали две компании, занимавшиеся транспортировкой венесуэльской нефти на Кубу. Министерство финансов США ввело санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу, и 34 танкеров венесуэльской газкомпании ПДВС, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о компаниях Belitoube Shipping Inc. и Proper Management Inc. В Минфине подчеркнули, что новые санкции направлены против спасательного круга, который венесуэльская нефтяная индустрия предоставляет нелегитимному режиму бывшего президента Николаса Мадуро. США считают законным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, спикера парламента, провозгласившего себя временным президентом. Напомним, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро. К настоящему времени Гуаидо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.